Привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, просто кто меня смотрит. Хотелось бы после вчерашнего турнира, где очень много болельщиков, игроков с моего любимого Обручевского района собралось, пару комментариев небольших дать. Сразу скажу, что ничего личного не имеем ни к организаторам турнира, ни к кому-либо другому. Просто очень повеселила немножко ситуация, что... молодежь, которая у Николая первый год занимается, эта молодежь идет в один котел, в отдельный котел идет. Моя молодежь идет в один котел с вице-чемпионом Москвы. Это все вообще очень весело, очень прикольно. Например, Игнат Дерекошма 12 лет, а рейтинг он ему нарисовал выше 100 баллов. Ну, это я понимаю, с какой целью это делается, потому что Игнат занял бы там первое место, выиграл бы Колинах. И в этой связи просто он в один котел идет с вице со взрослыми и с вице-чемпионом Москвы. По поводу Матрученко, по поводу Влада Крюкова, это еще ладно, бог с ними. Там все-таки они довольно приличный возраст уже у них. В итоге у нас среди детей играл один пацан, еще зеленый совсем, 2014 года рождения, который психологически еще к турнирам банально не готов просто. И хотел бы обратить внимание, что в очередной раз в любительском турнире какие-то подводные камни начинаются, приводится игрок уровня, банально не данного чемпионата, и уровня намного выше. Ну, ничего страшного, это опять-таки делается для того, чтобы я там не занимал первое место. Ничего, трагедии никакой не произошло. Будем подстраиваться и под этого игрока, тренироваться больше и обыгрывать. Ну, а мы в наших турнирах, тогда на которых мы котловку ждем всегда, будем тогда тоже... называть кандидатов мастера спорта, мастеров спорта. И в целом, ребятам своим хочу сказать, не отчаиваться. Вчера нам не хватило чуть-чуть. Ну, мне до первого места, конечно, прилично не хватило. Но будем делать выводы.